Короче, мы устроили день поцелуев. Это была первая акция, которую я организовала. Погода будет холодная, можно целоваться, можно обниматься, можно взяться за руки. Если кому-то из вас вдруг не с кем целоваться, найдем какую-то пару, и вы сможете целоваться сколько захотите. Пришли, начали целоваться, ну, были камеры. Короче, их осудили, переосудили. Это был первый день поцелуев. Всего их было 4. Но потом они там все-таки приняли этот закон. С тех пор я стала социально неравноценной. Я этот закон активно отказываюсь соблюдать. Лен, я хочу, чтобы вы с Аней уехали из страны. Почему? Послушай, ты садишься на самолет, летишь 3 часа, и ты оказываешься в месте, где вы реально можете быть счастливы. Я устала за тебя бояться. Я как мать требую, чтобы ты уехала из страны. Ты знаешь, как мать, ты не можешь такого требовать. Моя страна от меня не отказывалась.